В Иванове подвели итоги регионального фестиваля «Молодая наука развитию Ивановской области». В этом году его участниками стали более 6 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. На площадках вузов и научно-исследовательских институтов региона в рамках фестиваля состоялись научно-практические конференции, семинары и презентации. Лучших в этот день отметили дипломами и памятными призами. Я, как учусь в магистратуре, но я еще работаю учителем физической культуры в Китовской средней школе и руководитель муниципального центра тестирования ГТО. Моя научная работа была направлена на педагогическую сферу, все в сфере образования и образовательного процесса предмета основ безопасности жизнедеятельности. Фестиваль молодой науки проходит ежегодно. На этот раз его провели в 15-й раз. Участники мероприятия имели возможность рассказать о своих результатах научно-исследовательской деятельности, а также получить новые знания и опыт. Тема самого фестиваля – это в различных отраслях, то есть это и не только химия, там различные секции проходят, и наноматериалы, и органический синтез. И вот в данном случае наша научная группа представляет разработку потенциальных противораковых препаратов. То есть, как правило, эти достижения на этих фестивалях, на этом, да, касаются тем, которые очень актуальны для нашей Ивановской области. В этом году в рамках фестиваля было представлено свыше 3500 исследовательских материалов и почти столько же докладов молодых ученых. Фестиваль по праву считается презентационной площадкой новых научных разработок и трибуной для обмена идеями. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.